Эксцентриссимо. Без чего человек не может обойтись на яхте? Правильно, без подводной лодки и системы предупреждения о ракетном нападении. Кто знает, в какие края забредет прогулочная посудина. Одна из самых дорогих яхт в мире носит попсовое нынче название «Эклипс» — «Затмение». Разумеется, никакого отношения к вампирской саге 170-метровое судно не имеет. Разве что оно почти такое же неубиваемое, как герои книги. Пуленепробиваемые стекла, две вертолетные площадки, система инфракрасных датчиков, препятствующих внешней съемке. В общем, выглядит фешенебельная яхта как секретный авианосец. Нет, конечно, бассейн, джакузи, танцпол и другие прелести миллиардерной жизни там есть. Потолок спалины, например, раздвигается и можно увидеть небо. А благодаря радарам гости не боятся, что на голову упадет ракета. «Эклипс» обошлась заказчику в 1 миллиард и 200 тысяч рублей. Она стала четвертым кораблем в частном флоте Романа Абрамовича. Эксцентриссимо.